О коррупции при предоставлении государственной поддержки малому и среднему бизнесу говорили сегодня в Доме правительства. Малому и среднему бизнесу в Чувашии поддержку оказывают разностороннюю – информационную, консультационную и финансовую. В последний самый большой риск – коррупции. Так, с 2016 года на помощь предпринимателям в республике потратили 209 миллионов рублей. В 29 случаях бизнес надежды государства не оправдал, не выполнил условия со своей стороны. Так что деньги придется вернуть. В добровольном порядке и по решению судебных органов на сегодняшний день 23 получателя вернули субсидию в размере 48,3 миллиона рублей. И в настоящее время в отношении 6 получателей также проводится работа по взысканию в судебном порядке. Когда последний рубль вернем в бюджет за причиненный материальный ущерб? В этом году и в первом квартале следующего года. Впредь стоит более тщательно подходить к отбору кандидатов, которые претендуют на финансовую поддержку, отметил Михаил Игнатьев. Конечно, предприниматели тратят представленные субсидии не по назначению или не исполняют взятые на себя обязательства, как правило, неумышленно, а по незнанию. Чтобы таких случаев было меньше, министерство работает над усилением информационного сопровождения. Также на заседании комиссии по противодействию коррупции обсудили меры по предотвращению взяточничества в учреждениях соцсферы.